На озере в деревне Богослово из-за постоянных дождей прорвало дамбу. Жители рассказывают, все началось в ночь на 5 июня, когда уровень воды в озере поднялся слишком высоко и начал размывать проходящую рядом дорогу. Произошло полное размытие этой дороги, углубление вот этого размытого канала почти на 2,5 метра. Из-за этого уровень воды в озере понизился тоже на 2 метра. Было очень много, плавало рыбы здесь, по кустам собирали руками. Река Лошутка, вытекающая из озера Богослово, впадает в Ворю, вблизи которой находится сразу несколько СНТ. Проливные дожди послужили причиной выхода Вори из берегов, и дачные товарищества оказались подтоплены. Усиленный поток, появившийся из-за разрушения дамбы, может повысить уровень воды на затопленных участках еще больше. Чтобы этого не случилось, местные жители сразу же обратились за помощью в администрацию округа. В оперативном режиме на место происшествия прибыли специальная комиссия и МЧС. Работы все под контролем проводятся администрацией МЧС. Здесь сейчас задействовано 10 единиц техники, 20 человек. Вот. На подвоз грунта 5 машин. Сейчас ведутся работы по укреплению берега блоками. После этого будет дальше производиться подсыпка. После этого положим плиты, восстановим проезд по дамбе и уберем поток. Также в основании дамбы будет проложена новая труба большим диаметром, чем предыдущая. Предварительный срок окончания работ, ну, все в зависимости будет от погодных условий, потому что грунт мокнет, обрушается, вот, до 21.00. Жители признаются, для них самым важным является восстановление дороги, которая ранее пролегала прямо по дамбе. Это был самый удобный способ выехать из дачных товариществ, и собственники участков ждут окончания ремонта с нетерпением. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.